Пожилой мужчина-грибник, выходя на опушку из леса, погиб под колесами иномарки в Нижнекамском районе. 19-летний водитель, как минимум в два раза превысив максимально разрешенную скорость, не справился с машиной, и неуправляемый автомобиль вылетел с дороги прямо на человека. Все подробности далее у Зарины Ахметовой. С другом ехали на машине. Четвертая скорость. 80-100 км в час. В поворот начали не вписываться. Начал по тормозам давать. Тормозить, как уже понимал водитель, было поздно. На высокой скорости он не справился с управлением. Автомобиль закрутило. Он несколько раз перевернулся и остался лежать на крыше. Ни 19-летний водитель, ни его пассажир серьезно не пострадали. 71-летний грибник, который шел по опушке леса, погиб на месте. Он только из леса выходил, да, вроде как. Я особо его не видел, я смотрел вот вперед, потому что мне надо было выровнять руль, пытаться. На руль и прямо только. Я прям выравнивал, пытался справиться с управлением, но ничего не вышло. Вот. Как и с кем я ехал, он сказал то, что мы сбили его, когда уже переворачивались. В какой именно момент автомобиль сбил человека, теперь будут устанавливать следователи. Вероятно, по факту смертельного наезда будет возбуждено уголовное дело. Своей вины водитель не отрицает. Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги 40 км в час. Когда нас перевернуло, мы уже лежим. Ну, сознание ничего не теряли. Смотрим друг на друга, спрашиваем, вроде нормальные. Я ремень не мог отцепить минут 5, отцепил, потом вырвался. Мой друг, водитель, минут 15 с рукой немного придавленный под машиной был. Машину толкали потом, друга высвободили. Вот и все, в принципе. А какую-то помощь мужчине пытались оказать, когда освободились уже? Нет. Говорят, к тому моменту, когда они выбрались из машины, оказывать помощь мужчине было уже поздно.